Салон и мебельная галерея сообщает, что работа для вас в обычном режиме. Приходите, выбирайте мягкую корпусную мебель. Лето, дачная пора, а еще это самое время обновить интерьер. Отправьте надоевшую мебель на дачу, а красивые и удобные новинки для вашего дома вам помогут подобрать продавцы-консультанты. Наша жизнь как русская рулетка. Кому-то в ней повезет, а кто-то потеряет все. Этим животным не выпал джекпот. Да вообще судьба с ними сыграла в злую шутку. А может и не судьба, а нерадивые хозяева, которые решили, что могут вершить судьбы беззащитных животных, оставляя их на произвол судьбы. Впервые ласку заметили у паромной переправы. Ее все подкармливали, но взять в семью так никто и не решался. Время шло, собака росла, а потом и вовсе загуляла. Волонтеры еле ее отбили от псов и для спасения приняли решение оставить в приюте. Здесь ласка быстро оправилась от стресса и превратилась в настоящую красавицу. Понимающие и полные надежды глаза, виляющий хвостик. Она живет и радуется своей новой жизни, которую ей смогли подарить волонтеры. С первых минут нашей встречи она показала себя как робкая, но в то же время уверенная в себе собака. Без всяких уговоров пошла с нами гулять. Не побежала, а спокойно пошла. Тихая и уравновешенная, быстро идущая на контакт. Не собака, а настоящая находка. Несмотря на все разочарования и обиды в своей жизни, новому хозяину она сможет подарить любовь и не оставит его равнодушным. Игривая ласка ждет свой счастливый билет в семейную жизнь, где ее накормят, обогреют и не оставят одну. Еще одно сокровище приюта – охранница у ворот по кличке Муха. Она знает команды и готова их выполнять в надежде, что ее заметят и заберут с собой. Грустные бездонные глаза, которые растопят ваше сердце. Достаточно просто увидеть их, и они бесспорно навсегда останутся в вашей памяти. Не теряйте ни минуты. Приезжайте в приют «Доброе сердце». Вы станете чуточку счастливее, когда рядом с вами будет такой надежный и верный друг. Супермаркетом «Ярмарка» торжество устроить просто. Овощи и фрукты, колбасы, молочные продукты, детское питание, товары собственного производства, салаты, горячие блюда, ароматная выпечка. Супермаркет «Ярмарка» ждет вас с 8 до 23 часов, улица Гледенская, 61.